17 числа они родились. А это им 8-7. А, ровно неделя. Да. Не, возьмите, чтобы они посидели. А я их снимаю как раз на видео. Это от Дикса. Щеночки и Линдона, да? Да. И Линдочки. Вот Линдочка. Это мамочка ихняя. Она старого типа с прямой спиной, очень крепкая, очень массивная собака. Многие хотят таких. Пошла к деткам остальным. А это ее детки. И сколько мальчиков, сколько девочек? 3 девочки, 2 мальчика. 3 девочки и 2 мальчика. Это ровно неделя. Они очень крупные, очень массивные. Будут продаваться где-то через месяц, не раньше. Пока подрастут. Певцы. А ну, разверните. Но они просто не привыкли, поэтому так недовольны. Это я сделаю немножко видео о щенках, для того, чтобы предложить. У меня там есть, уже хотят. Вот они такие красивые. Все, прячьте. А я сейчас мамочку засниму. Это мамочка. Это ихняя мама Линда. Вот она, побежала. Линда, иди ко мне.